Всем привет, друзья! Вы на канале про блокчейн. С вами Максим. Сегодня без Вячеслава. Это будет короткое видео. В нем мы будем подводить итоги, разыгрывать пипы среди нашего комьюнити, потому что накопилось много видео, и чтобы сделать отдельно на эфире, это пришлось бы потратить много времени. Поэтому у нас сегодня, друзья, 5 роликов на нашем основном YouTube-канале. Кстати, кто не знает, если у нас есть два канала. Есть основной про блокчейн, подписывайтесь на него, если вы не подписаны. Здесь большое количество мощных интервью, выходит постоянно контент. Эксклюзивные различные вещи, вот интервью с CZ Binance, здесь у нас есть такой вот плейлист All Stars, здесь у нас и Герчик, и интервью с основателем Ledger, и Саша Бутманов, и Анатолий Каплан, еще раз Герчик, интервью с замминистра цифровой трансформации Украины Глебом Костаревым. В общем, здесь много полезной информации, различные спецпроекты, интервью с Currency, ну, в общем, очень много здесь всего, поэтому, ребята, переходите обязательно, и мультфильмы наши тоже тут есть. Ладно, давайте будем переходить, у нас на сегодняшний день есть 5 видео, где мы будем искать победителей. Напоминаю, за то, что вы пишете комментарии, мы отправляем вам призы в виде бипов, все очень просто, поэтому поехали. Первое наше видео называется «Breaking секретный чат», я копирую отсюда ссылочку, вставляю в Lisa on Air. И мы ищем трех победителей. Вы должны под тем комментарием, под этим видео написать свой адрес бипа, и мы отправим его в течение там, ближайшего самого времени. Промеряем несколько раз в день ваши комментарии. Значит, первый — это Евгений Кальмик, excellent, второй победитель. Леви 707 подписан. И третий — огонь, ребята, угорь обзоров. Вот эти три человека пишите, пожалуйста, под вот этим видео, под своими же комментариями, пишите свой адрес бипа, мы обязательно вам отправим. Это было первое видео, переходим к следующему. Следующее — это прямой эфир наш, внимание, с камеры активизировались, как угодно. 66 комментариев, давайте тоже берем ссылочку. Выбираем победителей в Lisa on Air под этим видео. Мне повезет. Бам! Здесь комментариев побольше, поэтому ждем. Также не забывайте, ребята, что у нас еще игра есть. Расскажу вам попозже. Дима, первый победитель. Дальше. Биткоин 53-54, второй победитель. И третий — Игорь Жуков. Поздравляем, пишите комментарии под своими же комментами с адресом. Поехали дальше. Это было у нас видео, внимание, с камеры активизировались. Дальше у нас образовательный метап FutureConf Киев. Здесь мы обрезали все ненужное. И у нас осталось 5 часов 50 минут. Можете, кстати, тоже это видео посмотреть. Много тут интересных людей. И Иван Онтеич, и Андрей Дубецкий, Александр Герчик тут в гостях, Тон Вейс, Саша Бутманов. Такой очень хороший у нас получился онлайн митап, поэтому обязательно посмотрите. Берем ссылочку и выбираем здесь тоже трех победителей. Так. Поехали. Тут 50 у нас комментариев. Это Олег Фокин, как Олег Майами. Классно. Пиши тоже комментарий свой. Дальше. Второй. Андрей. Андрей, поздравляем. Хэштег про блокчейн. Андрей постоянно выигрывает что-то. Третий. Богдан Карась. Информативно, как всегда. Спасибо большое, Богдан. Это было видео образовательный митап. Идем дальше, чтобы не задерживать. Дальше у нас был обзор проекта Aria Coin. Скидываем, значит, берем вот эту ссылочку на видео. Тоже вставляем в Lisa on Air. И поехали дальше. Видите уже, как много времени занимает данный розыгрыш. Если бы мы это делали в прямом эфире, это прямо заняло бы огромное количество времени. Я прямо сейчас скину его без монтажа, без всего. В заголовке ошибка, видео на... Да, спасибо большое, ты еще видишь. Он и ошибку нам исправил, видео, и бипы еще выиграл. Поехали дальше. Второй. Про блокчейн forever. Денис Савельев тоже постоянно участвует. И третий победитель.
У людей воруют деньги. Тоже пиши свой адрес BIP. Будет бонус тебе. Значит, это был Ария Коин. Дальше. Дальше это видео про самый крупный и самый лучший мониторинг сети обменников BestChange. Тоже посмотрите. Недавно вышло видео вчера, как им пользоваться, функционал и так далее. Переходите, смотрите. Давайте в этом видосе тоже выберем победителей. Поехали. Мне повезет. Три победителя у нас тоже будет. Благодарю, Макс Пупкин. И тебе благодарю. Следующий. Еще раз Богдан Карась. Богдан Карась два раза уже сегодня выиграл. Это вот видите, когда вы постоянно пишете комментарии под всеми нашими видео, вот так вот можно получать бонусы. И третий. И еще раз Андрей. Красавчик. Я очень рад, что люди, которые постоянно пишут комментарии, постоянно участвуют, выигрывают. Значит, ребята, бипы я отправил вам в ближайшее время, как только вы напишите комментарии. Хотел напомнить, что на сайте xmintr.su можно либо купить бипы, либо продать. Тут уже как вашей душе угодно. Поэтому переходите. Здесь все это есть. И также тут есть паблик кей нашей ноды, который мы одни из топовых валидаторов в Минтере, с одной из самых стабильных нод. Поэтому, если вы не знаете, куда делегировать свои бипы, в какую ноду, пожалуйста, скидывайте без всяких проблем. Это будет вам очень полезно. Ну и не забывайте, ребята, о том, что играйте в нашу игру, которая на нашем сайте pro-blockchain.com. Вы можете там тоже найти и выиграть ценные призы, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал, делитесь нашей любой информацией, нашими социальными сетями и подписывайтесь, соответственно, вот здесь на ваших экранах видно наш Telegram, сканируя вот этот штрих-код, вы можете перейти, и наш сайт problockchain.com. Все, ребята, всем спасибо, пока, и приходите на эфир. Вот, каждый день приходите на эфир в 11 утра, огромное количество полезной информации. Все, всех обнял, всем пока и до встречи.